После венчания не было даже легкой закуски. Молодые выпили по бокалу, переоделись и поехали на вокзал. Вместо веселого свадебного бала и ужина, вместо музыки и танцев, поездка на Богомолье за 200 верст. Многие одобряли это, говоря, что Модест Алексеевич уже в чинах и не молод, и шумная свадьба могла бы, пожалуй, показаться не совсем приличной. Да и скучно слушать музыку, когда чиновник 52 лет женится на девушке, которой едва минуло 18. Говорили также, что эту поездку в монастырь Модест Алексеевич, как человек с правилами, затеял, собственно, для того, чтобы дать понять своей молодой жене, что и в браке он первое место отдает религии и нравственности. Молодых провожали, толпа сослуживцев и родных стояла с бокалами и ждала, когда пойдет поезд, чтобы крикнуть «Ура!». И Петр Леонтьевич, отец, в цилиндре, в учительском фраке, уже пьяный, уже очень бледный, все тянулся к окну со своим бокалом, говоря умоляюще: «Анюта, Аня, Аня!» На одно слово. Аня наклонялась к нему из окна, и он шептал ей что-то, обдавая ее запахом винного перегара, дул в ухо, ничего нельзя было понять, и крестил ей лицо, грудь, руки. При этом дыхание у него прерывалось, и на глазах блестели слезы. А братья Ани, Петя и Андрюша, гимназисты, дергали его сзади за фрак и шептали сконфуженно: «Папочка будет, папочка, не надо». Когда поезд тронулся, Аня видела, как ее отец побежал немножко за вагоном, пошатываясь и расплескивая свое вино. И какое у него было жалкое, доброе и виноватое лицо. «Ура!» – кричал он. Молодые остались одни. Борис Алексеевич осмотрелся в купе, разложил вещи по полкам и сел против своей молодой жены, улыбаясь. Это был чиновник среднего роста, довольно полный, пухлый, очень сытый, с длинными бакенами и без усов. И его бритый, круглый, резко очерченный подбородок походил на пятку. Самое характерное в его лице было отсутствие усов. Это свежевыбритое голое место, которое постепенно переходило в жирные, дрожащие, как желе, щеки. Держался он солидно. Движения у него были не быстрые, манеры мягкие. «Не могу не припомнить теперь одно обстоятельство», — сказал он, улыбаясь. 5 лет назад, когда Косоротов получил орден Святые Анны 2-й степени и пришел благодарить, то его сиятельство выразился так: «Значит, у вас теперь 3 Анны. Одна в петлице, 2 на шее». А надо сказать, что в то время к Косоротову только что вернулась его жена, особо сварливая и легкомысленная, которую звали Анной. «Надеюсь, что когда я буду получать Анну 2-й степени, то у его сиятельства не будет повода сказать мне то же самое». Он улыбался своими маленькими глазками, и Аня тоже улыбалась, волнуясь от мысли, что этот человек может каждую минуту поцеловать ее своими полными влажными губами, и что она уже не имеет права отказать ему в этом. Мягкие движения его пухлого тела пугали ее. Ей было и страшно, и гадко. Он встал, не спеша снял с шеи орден, снял фрак и жилет и надел халат. «Вот так», — сказал он, садясь рядом с Аней. С неловкостью человека солидного, не привыкшего обращаться с женщинами, Модест Алексеевич трогал ее за талию и похлопывал по плечу. Она думала о деньгах, о матери,
об ее смерти. Когда умерла мать, отец Петр Леонтьевич, учитель чистописания и рисования в гимназии, запил. Наступила нужда. У мальчиков не было сапог и калош. Отца таскали к мировому. Приходил судебный пристав и описывал мебель. Какой стыд! Аня должна была ухаживать за пьяным отцом, штопать чулки братьям, ходить на рынок. И когда хвалили ее красоту, молодость и изящные манеры, ей казалось, что весь свет видит ее дешевую шляпку и дырочки на ботинках, замазанные чернилами. А по ночам слезы и неотвязчивая, беспокойная мысль, что скоро-скоро отца уволят из гимназии за слабость, и что он не перенесет этого, и тоже умрет, как мать. Но вот знакомые дамы засуетились и стали искать для Ани хорошего человека. Скоро нашелся вот этот самый Модест Алексеевич, не молодой, не красивый, но с деньгами. У него в банке 1100, и есть родовое имение, которое он отдает в аренду. Он человек с правилами и на хорошем счету у его сиятельства. Ему ничего не стоит, как говорили Ане, взять у его сиятельства записочку к директору гимназии или даже к попечителю, чтобы Петра Леонтьевича не увольняли. Поезд остановился на полустанке. За платформой в толпе бойко играли на гармонике и на дешевой визгливой скрипке, а из-за высоких берез и тополей, из-за дач, залитых лунным светом, доносились звуки военного оркестра. Должно быть, на дачах был танцевальный вечер. На платформе гуляли дачники и горожане, приезжавшие сюда в хорошую погоду подышать чистым воздухом. Был тут и Артынов, владелец всего этого дачного места, богач. Высокий полный брюнет, похожий лицом на армянина, с глазами на выкате и в странном костюме. На нем была рубаха, расстегнутая на груди, и высокие сапоги со шпорами, и с плеч спускался черный плащ, тащившийся по земле, как шлейф. За ним, опустив свои острые морды, ходили две борзые. У Ани на глазах еще блестели слезы, но она уже не помнила ни о матери, ни о деньгах, ни о своей свадьбе, а пожимала руки знакомым гимназистам и офицерам, весело смеялась и говорила быстро: «Здравствуйте, как поживаете?» Она вышла на площадку под лунный свет и стала так, чтобы видели ее всю в новом великолепном платье и в шляпке. «Зачем мы здесь стоим?» – спросила она. «Это разъезд», – отвечали ей, – «ожидают почтового поезда». Заметив, что на нее смотрит Артынов, она кокетливо прищурила глаза и заговорила громко по-французски. И от того, что ее собственный голос звучал прекрасно, и слышалась музыка, и луна отражалась в пруду, и от того, что на нее жадно, с любопытством смотрел Артынов, этот известный Дон Жуан и баловник, и от того, что всем было весело, она вдруг почувствовала радость. И когда поезд тронулся, и знакомые офицеры на прощание сделали ей под козырек, она уже напевала польку, звуки которой посылал ей вдогонку военный оркестр, гремевший где-то там за деревьями. И вернулась она в свое купе с таким чувством, как будто на полустанке ее убедили, что она будет счастлива непременно, несмотря ни на что. Молодые пробыли в монастыре 2 дня, потом вернулись в город. Жили они на казенной квартире. Когда Модест Алексеевич уходил на службу,
Аня играла на рояле, или плакала от скуки, или же ложилась на кушетку и читала романы и рассматривала модный журнал. За обедом Модест Алексеевич ел очень много и говорил о политике, о назначениях, переводах и наградах, о том, что надо трудиться, что семейная жизнь есть не удовольствие, а долг, что копейка рубль бережет, и что выше всего на свете он ставит религию и нравственность. И, держа нож в кулаке, как меч, он говорил: «Каждый человек должен иметь свои обязанности». А Аня слушала его и боялась, и не могла есть. И обыкновенно уходила из-за стола голодная. После обеда муж отдыхал и громко храпел, а она уходила к своим. Отец и мальчики посматривали на нее как-то особенно, как будто только что до ее прихода осуждали ее за то, что она вышла из-за денег за нелюбимого, нудного, скучного человека. Ее шуршащее платье и браслетки, и вообще дамский вид стесняли, оскорбляли их. В ее присутствии они немножко конфузились и не знали, о чем говорить с ней. Но все же любили они ее по-прежнему и еще не привыкли обедать без нее. Она садилась с ними и кушала щи, кашу, картошку, жареную на бараньем сале, от которого пахло свечкой. Петр Леонтьевич дрожащей рукой наливал из графинчика и выпивал быстро, с жадностью, с отвращением. Потом выпивал другую рюмку, потом третью. Петя и Андрюша, худенькие, бледные, с большими глазами, брали графинчика и говорили нерешительно: «Не надо, папочка». «Довольно, папочка». И Аня тоже тревожилась и умоляла его больше не пить. А он вдруг вспыхивал и стучал кулаком по столу: «Я никому не позволю надзирать за мной!» – кричал он. «Мальчишки, девчонка, я вас всех выгоню вон!» Но в голосе его слышались слабость и доброта, и никто его не боялся. После обеда он обыкновенно наряжался. Бледный, с порезанным от бритья подбородком, вытягивая тощую шею, он целых полчаса стоял перед зеркалом и прихорашивался, то причесываясь, то закручивая свои черные усы, прыскался духами, завязывал бантом галстук, потом надевал перчатки, цилиндр и уходил на частные уроки. А если был праздник, он оставался дома и писал красками или же играл на физгармонии, которая шипела и рычала. Он старался выдавить из нее стройные гармоничные звуки и подпевал, или же сердился на мальчиков. Мерзавцы, негодяи, испортили инструмент. По вечерам муж Ани играл в карты со своими сослуживцами, жившими с ним под одной крышей в казенном доме. Сходились во время карт жены чиновников, некрасивые, безвкусно наряженные, грубые, и в квартире начинались сплетни, такие же безвкусные и некрасивые, как сами чиновницы. Случалось, что Модест Алексеевич ходил с Аней в театр. В антрактах он не отпускал ее от себя ни на шаг, а ходил с ней под руку по коридорам и по фойе. Раскланившись с кем-нибудь, он тотчас же шептал Ане: «Статский советник принят у его сиятельства» или «Со средствами имеет свой дом». Когда проходили мимо буфета, Аня очень хотела чего-нибудь сладкого. Она любила шоколад и яблочные пирожные. Но у нее денег не было, а спросить у мужа она стеснялась. Он брал грушу, мял ее пальцами и спрашивал нерешительно: «Сколько стоит?» 25 копеек. «Однако», — говорил он, и клал грушу на место.
Но так как было неловко отойти от буфета, ничего не купивши, то он требовал сельтерской воды и выпивал один всю бутылку, и слезы выступали у него на глазах. И Аня ненавидела его в это время. Или он вдруг, весь покраснев, говорил ей быстро: «Поклонись старой даме, но я с ней не знакома. Все равно это супруга управляющего казенной палаты». «Поклонись же тебе, — говорю, — ворчал он настойчиво, — голова у тебя не отвалится». Аня кланялась, и голова у нее в самом деле не отваливалась, но было мучительно. Она делала все, что хотел муж, и злилась на себя за то, что он обманул ее, как последнюю дурочку. Выходила она за него только из-за денег, а между тем денег у нее теперь было меньше, чем до замужества. Прежде хоть отец давал 2 гривенные, а теперь ни гроша. Брать тайком или просить она не могла. Она боялась мужа, трепетала его. Ей казалось, что страх к этому человеку она носит в своей душе уже давно. Когда-то в детстве самой внушительной, страшной силы, надвигающейся как туч или как локомотив, готовый раздавить, ей всегда представлялся директор гимназии. Другой такой же силой, о которой в семье всегда говорили, которую почему-то боялись, был его сиятельство. Был и десяток других сил, помельче, и между ними учителя гимназии с бритыми усами, строгие, неумолимые. И вот теперь, наконец, Модест Алексеевич, человек с правилами, который даже лицом походил на директора. И в воображении Ани все эти силы сливались в одно. И в виде одного страшного, громадного, белого медведя надвигались на слабых и виноватых, таких, как ее отец. И она боялась сказать что-нибудь против, натянуто улыбалась и выражала притворное удовольствие, когда ее грубо ласкали или оскверняли объятиями, наводившие на нее ужас. Только один раз Петр Леонидович осмелился попросить у него 50 рублей взаймы, чтобы уплатить какой-то очень неприятный долг. Но какое это было страдание! «Хорошо, я вам дам, — сказал Модест Алексеевич, подумав, — но предупреждаю, что больше уже не буду помогать вам, пока вы не бросите пить. Для человека, состоящего на государственной службе, постыдна такая слабость. Не могу не напомнить вам общеизвестного факта, что многих способных людей погубила эта страсть, между тем, как при воздержании они со временем могли бы, быть может, стать высокопоставленными людьми. И потянулись длинные периоды по мере того. Исходя из того положения, ввиду только что сказанного, а бедный Петр Леонидович страдал от унижения и испытывал сильное желание выпить. И мальчики, приходившие к Ане в гости, обыкновенно в рваных сапогах и в поношенных брюках, тоже должны были выслушивать наставления. «Каждый человек должен иметь свои обязанности», — говорил им Модест Алексеевич. А денег не давал. Но зато он дарил Ане кольца, браслеты, броши, говоря, что эти вещи хорошо иметь про черный день. И часто отпирал ее комод и делал ревизию, все ли вещи целы. Наступила между тем зима. Еще задолго до Рождества в местной газете было объявлено, что 29 декабря в дворянском собрании имеет быть обычный зимний бал.
Каждый вечер после карт Модест Алексеевич, взволнованный, шептался с чиновницами, озабоченно поглядывая на Аню, и потом долго ходил из угла в угол, о чем-то думая. Наконец, как-то поздно вечером, он остановился перед Аней и сказал: «Ты должна шить себе бальное платье, понимаешь? Только, пожалуйста, посоветуйся с Марьей Григорьевной и Натальей Кузьминишной». И дал 100 рублей. Она взяла, но, заказывая бальное платье, ни с кем не советовалась, а поговорила только с отцом и постаралась вообразить себе, как бы оделась на бал ее мать. Ее покойная мать сама одевалась всегда по последней моде и всегда возилась с Аней, и одевала ее изящно, как куклу, и научила говорить по-французски, и превосходно танцевать мазурку. До замужества она 5 лет прослужила в гувернантках. Аня, так же, как и мать, могла из старого платья сделать новое, мыть в бензине перчатки, брать на прокат бижу, и так же, как мать, умела щурить глаза, картавить, принимать красивые позы, приходить, когда нужно, в восторг, глядеть печально и загадочно. А от отца она унаследовала темный цвет волос и глаз, нервность и эту привычку постоянно прихорашиваться. Когда за полчаса до отъезда на бал Модест Алексеевич вошел к ней без сюртука, чтобы перед ее трюмо надеть себе на шею орден, то, очарованный ее красотой и блеском ее свежего воздушного наряда, самодовольно расчесал бакины и сказал: «Вот ты у меня какая! Вот ты какая! Анюта!» — продолжал он, вдруг впадая в торжественный тон. «Я тебя осчастливил, а сегодня ты можешь осчастливить меня. Прошу тебя, представься супруге его сиятельства. Через нее я могу получить старшего докладчика». Поехали на бал. Вот и дворянское собрание, и подъезд со швейцаром. Передние с вешалками, шубы, снующие лакеи и декольтированные дамы, закрывающиеся веерами от сквозного ветра. Пахнет светильным газом и солдатами. Когда Аня, идя вверх по лестнице под руку с мужем, услышала музыку и увидала в громадном зеркале всю себя, освещенную множеством огней, то в душе у нее проснулась радость и то самое предчувствие счастья, какое испытала она в лунный вечер на полустанке. Она шла гордая, самоуверенная, первый раз чувствуя себя не девочкой, а дамой, и невольно походку и манерами подражая своей покойной матери. И первый раз в жизни она чувствовала себя богатой и свободной. Даже присутствие мужа не стесняло ее, так как, переступив порог собрания, она уже угадала инстинктом, что близость старого мужа нисколько не унижает ее, а наоборот, кладет на нее печать пикантной таинственности, которая так нравится мужчинам. В большой зале уже гремел оркестр, и начались танцы. После казенной квартиры, охваченная впечатлениями света, пестроты, музыки, шума, Аня окинула взглядом залу и подумала: «Ах, как хорошо!» И сразу отличила в толпе всех своих знакомых, всех, кого она встречала раньше на вечерах и на гуляниях, всех этих офицеров, учителей, адвокатов, чиновников, помещиков, его сиятельства, Артынова и дам высшего общества, разодетых, сильно декольтированных, красивых и безобразных, которые уже занимали свои позиции в избушках и павильонах благотворительного базара, чтобы начать торговлю в пользу бедных. Громадный офицер в эполетах. Аня познакомилась с ним на Старой Киевской улице, когда была гимназисткой, и теперь не помнила его фамилию. Вдруг вырос точно из-под земли и пригласил на вальс. И она отлетела от мужа и
И уже казалось ей, как будто она плыла на парусной лодке в бурю, а муж остался далеко на берегу. Она танцевала страстно, с увлечением, и вальс, и польку, и кадриль, переходя с рук на руки, угорая от музыки и шума, мешая русский язык с французским, картавясь, смеясь, и не думая ни о муже, ни о ком и ни о чем. Она имела успех у мужчин, это было ясно, да иначе быть не могло. Она задыхалась от волнения, судорожно тискала в руках веер и хотела пить. Отец, Петр Леонидович, в помятом фраке, от которого пахло бензином, подошел к ней, протягивая блюдечко с красным мороженым. «Ты очаровательна сегодня», — говорил он, глядя на нее с восторгом. «И никогда еще я так не жалел, что ты поспешила замуж. Зачем? Я знаю, ты сделала это ради нас, но...» Он дрожащими руками достал пачечку денег и сказал: «Сегодня я получил с урока и могу отдать долг твоему мужу». Она сунула ему в руки блюдечко и, подхваченное кем-то, унеслась далеко. И мельком через плечо кавалера видел, как отец, скользя по паркету, обнял даму и понесся с ней по зале. «Как он мил, когда трезв», — думала она. Мазурку она танцевала с тем же громадным офицером. Он важно, тяжело, словно туша в мундире, ходил, поводил плечами и грудью и притоптывал ногами еле-еле. Ему страшно не хотелось танцевать. Она порхала около, дразня его своей красотой, своей открытой шеей. Глаза у нее горели задором, движения были страстные. А он становился все равнодушнее и протягивал к ней руки милостиво, как король. «Браво, браво!» — говорили в публике. Но мало-помалу громадного офицера прорвало. Он оживился, заволновался и, поддавшись уже очарованию, вошел в азарт и двигался легко, молодо. А она только поводила плечами и глядела лукаво. Точно уже она была королева, а он раб. И в это время ей казалось, что вся зала смотрит на них, и все эти люди млеют и завидуют им. Едва громадный офицер успел поблагодарить ее, как вдруг публика расступилась, и мужчины вытянулись как-то странно, опустив руки. Это шел к ней его сиятельство во фраке с двумя звездами. Да, ее сиятельство шел именно к ней, потому что глядел прямо на нее в упор и улыбался слащаво, и при этом жевал губами, что делал он всегда, когда видел хорошеньких женщин. Очень рад», — начал он. «А я прикажу посадить вашего мужа на гауптвахту за то, что он до сих пор скрывал от нас такое сокровище. У меня к вам поручение от жены», — продолжал он, подавая ей руку. «Вы должны нам помочь. На». «Надо назначить вам премию за красоту, как в Америке, на, американцы. Моя жена ждет вас с нетерпением». Он привел ее в избушку к пожилой даме, у которой нижняя часть лица была несоразмерно велика, так что казалось, будто она во рту держала большой камень. «Помогите нам», — сказала она в нос нараспев. «Все хорошенькие дамы работают на благотворительном базаре, только вы одна почему-то гуляете. Почему вы не хотите нам помочь?» Она ушла, и Аня заняла ее место у серебряного самовара с чашками. Тотчас началась бойкая торговля. Аня брала за чашку чая не меньше рубля, а громадного офицера заставила выпить 3 чашки. Подошел Артынов, богач, с выпуклыми глазами, страдая одышкой, но уже не в том странном костюме, в каком Аня видела его летом, а во фраке, как все. Не отрывая глаз с Ани, он выпил бокал шампанского и заплатил 100 рублей. Потом выпил чаю и дал еще 100. И все это молча, страдая астмой. Аня зазывала покупателей и брала у них деньги, уже глубоко убежденная, что ее улыбки и взгляды не доставляют этим людям ничего, кроме большого удовольствия. И она поняла, что создано исключительно для этой шумной, блестящей, смеющейся жизни с музыкой, танцами, поклонниками. И ее давнишний страх перед силой, которая надвигается и грозит задавить, казался ей смешным. Никого она уже не боялась и только жалела, что нет матери, которая порадовалась бы теперь вместе с ней ее успехом. Когда в избушках потухли самовары,
и утомленные благотворительницы сдали выручку пожилой даме с камнем во рту, Артынов повел Аню под руку в залу, где был сервирован ужин для всех участвовавших в благотворительном базаре. Ужин на человек 20, не больше, но было очень шумно. Его сиятельство провозгласил тост. В этой роскошной столовой уместно выпить за процветание дешевых столовых, бывших предметом сегодняшнего базара. Бригадный генерал предложил выпить за силу, перед которой пасует даже артиллерия. И все потянулись чокнуться с дамами. Было очень, очень весело. Когда Аню провожали домой, уже светало, и кухарки шли на рынок. Радостная, пьяная, полная новых впечатлений, замученная, она разделась, повалилась в постель и тотчас же уснула. Во втором часу дня ее разбудила горничная и доложила, что приехал господин Артынов с визитом. Она быстро оделась и пошла в гостиную. Вскоре после Артынова приезжал его сиятельство благодарить за участие в благотворительном базаре. Он, глядя на нее слащаво и жуя, поцеловал ей ручку, попросил позволения бывать еще и уехал. А она стояла среди гостиной, изумленная, очарованная, не веря, что перемена в ее жизни – удивительная перемена произошла так скоро. И в это самое время вошел ее муж Модест Алексеевич. И перед ней также стоял он теперь с тем же заискивающим, сладким, холопски почтительным выражением, какое она привыкла видеть у него в присутствии сильных и знатных. И с восторгом, с негодованием, с презрением, уже уверенной, что ничего ей за это не будет, она сказала, отчетливо выговаривая каждое слово: «Подите прочь, болван!» После этого у Ани не было уже ни одного свободного дня, так как она принимала участие то в пикнике, то в прогулке, то в спектакле. Возвращалась она домой каждый день под утро и ложилась в гостиной на полу, и потом рассказывала всем трогательно, как она спит под цветами. Денег нужно было очень много, но она уже не боялась Модеста Алексеевича и тратила его деньги как свои. И она не просила, не требовала, а только посылала ему счета или записку «Уплатить подателю всего 200 рублей» или «Немедленно заплатить 100 рублей». На Пасхе Модест Алексеевич получил Анну второй степени. Когда он пришел благодарить, то его сиятельство отложил в сторону газету и уселся глубже в кресло. «Значит, у вас теперь три Анны», — сказал он, осматривая свои белые руки с розовыми ногтями. «Одна в петлице, две на шее». Модест Алексеевич приложил два пальца к губам из осторожности, чтобы не рассмеяться громко, и сказал: «Теперь остается ожидать появления на свет маленького Владимира. Осмелюсь просить ваше сиятельство в восприемнике». Он намекал на Владимира четвертой степени и уже воображал, как он будет всюду рассказывать об этом своем каламбуре, таком удачном, по находчивости и смелости. И хотел сказать еще что-нибудь такое же удачное, но его сиятельство уже углубился в газеты и кивнул головой. А Аня все каталась на тройках, ездила с Артыновым на охоту, играла в одноактных пьесах, ужинала и все реже и реже бывала у своих. Они обедали уже одни. Петр Леонидович запивал сильнее прежнего, денег не было. И физгармонию давно уже продали за долг. Мальчики теперь не пускали его на улицу одного.
и все следили за тем, чтобы он не упал. И когда во время катания на Старокиевской им встречалась Аня на паре с пристяжной на отлете с Артыновым на козлах вместо кучера, Петр Леонидович снимал цилиндр и собирался что-то крикнуть, но Петя и Андрюша брали его под руки и говорили умоляюще: «Не надо, папочка, будет, папочка». На другой день к завтраку подавали очень вкусные пирожки, раков и бараньи котлеты. И пока ели, приходил повар Никанор справиться, что гости желают к обеду. Это был человек среднего роста, с пухлым лицом и маленькими глазами, бритый. И казалось, что усы у него не бриты, а выщипаны. Алёхин рассказал, что красивая Пелагея была влюблена в этого повара. Так как он был пьяница и буйного нрава, то она не хотела за него замуж, но соглашалась жить так. Стали говорить о любви. «Как зарождается любовь», – сказал Алёхин. Почему Пелагея не полюбила кого-нибудь другого, более подходящего к ней по ее душевным и внешним качествам, а полюбила именно этого Никанора, это Мурло, тут она все называет его Мурлом? Поскольку в любви важны вопросы личного счастья, все это неизвестно. И обо всем этом можно трактовать как угодно. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что тайна сия велика есть. Все же остальное, что писали и говорили о любви, было не решением, а только постановкой вопросов, которые так и оставались неразрешенными. Мы, русские порядочные люди, питаем пристрастие к этим вопросам, остающимся без разрешения. Обыкновенно любовь поэтизируют, украшают розами, соловьями. Мы же, русские, украшаем нашу любовь этими роковыми вопросами, и притом выбираем из них самые неинтересные. В Москве, когда я еще был студентом, у меня была подруга жизни, милая дама, которая всякий раз, когда я держал ее в объятиях, думала о том, сколько я буду выдавать ей в месяц, и почем теперь говядина за фунт. Так и мы, когда любим, то не перестаем задавать себе вопросы. Честно это или нечестно, умно или глупо, к чему поведет эта любовь и так далее. Хорошо это или нет, я не знаю. Но что это мешает, не удовлетворяет, раздражает, это я знаю. Было похоже, что он хочет что-то рассказать. У людей, живущих одиноко, всегда бывает на душе что-нибудь такое, что они охотно бы рассказали. В городе холостяки нарочно ходят в баню и в рестораны только чтобы поговорить. И иногда рассказывают банщикам
или официантом очень интересные истории. В деревне же они обыкновенно изливают душу перед своими гостями. Теперь в окна было видно серое небо, деревья мокрые от дождя. В такую погоду некуда было деваться, и ничего больше не оставалось, как только рассказывать и слушать. «Я живу в Софьине, занимаюсь хозяйством уже давно», – начал Алёхин, – «с тех пор, как кончил в университете. По воспитанию я белоручка, по наклонностям – кабинетный человек. Но на имении, когда я сюда приехал, был большой долг. А так как отец мой задолжал отчасти потому, что много тратил на мое образование, то я решил, что не уеду отсюда и буду работать, пока не уплачу этого долга. В первые же годы меня выбрали здесь в почетные мировые судьи. Кое-когда надо было приезжать в город и принимать участие в заседаниях съезда и окружного суда, и меня это развлекало. В городе меня принимали радушно, и я охотно знакомился. И из всех знакомств, самым основательным, правда сказать, самым приятным для меня, было знакомство с Лугановичем, товарищем председателя окружного суда. Его вы знаете оба, милейшая личность. Это было как раз после знаменитого дела поджигателей. Разбирательство длилось 2 дня, мы были утомлены. Луганович посмотрел на меня и сказал: «Знаете что, пойдем ко мне обедать». Это было неожиданно, так как с Лугановичем я был знаком мало, только официально, и ни разу у него не был. Я только на минуту зашел к себе в номер переодеться и отправился на обед. И тут мне представился случай познакомиться с Анной Алексеевной, женой Лугановича. Тогда она была еще очень молода, не старше 22 лет. И за полгода до того у нее родился первый ребенок. Тело прошлое. И теперь бы я затруднился определить, что, собственно, было в ней такого необыкновенного. Что мне так понравилось в ней. Тогда же, за обедом, для меня было все неоспоримо ясно. Я видел женщину молодую, прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную. Женщину, какой я раньше никогда не встречал. И сразу же я почувствовал в ней существо близкое, уже знакомое. Точно это лицо и эти приветливые умные глаза я видел уже когда-то в детстве, в альбоме, который лежал на комоде у моей матери. В деле поджигателей обвинили 4 евреев, признали шайку. По-моему, совсем неосновательно. За обедом я очень волновался, мне было тяжело, и уж не помню, что я говорил, только Анна Алексеевна все покачивала головой и говорила мужу: «Дмитрий, как же это так? Луганович – это добряк, один из тех простодушных людей, которые прочно держатся мнения, что если уж человек попал под суд, то значит, он виноват. И что выражать сомнения в правильности приговора можно лишь законным путем, на бумаге, но уж никак не за обедом и не в частном разговоре». «Мы с вами не поджигали», – говорил он мягко. «И вот нас же не судят, не сажают в тюрьму». Оба, и муж, и жена, старались, чтобы я побольше ел и пил. По некоторым мелочам, потому, например, как они оба вместе варили кофе, и потому, как понимали друг друга с полуслов, я мог заключить, что живут они мирно, благополучно, и что они рады гостю. После обеда играли на рояле в 4 руки, потом стало темно, и я уехал к себе. Было это в начале весны. Затем все лето провел я в Софьине безвыездно, и было у меня некогда даже подумать о городе. Но воспоминания о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни. Я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе. Поздней осенью в городе был спектакль с благотворительной целью.
Вхожу я в губернаторскую ложу, меня пригласили туда в антракте. Смотрю, рядом с губернаторшей Анна Алексеевна. И опять то же самое неотразимое, бьющее впечатление красоты и милых ласковых глаз, и опять то же чувство близости. Мы сидели рядом, потом ходили в фойе. «Вы похудели», — сказала она. «Вы были больны?» «Да, у меня простужено плечо, и в дождливую погоду я дурно сплю. У вас вялый вид. Тогда весной, когда вы приходили обедать, вы были моложе, бодрее. Вы тогда были воодушевлены и много говорили, были очень интересны, и, признаюсь, я даже увлеклась вами немножко. Почему-то часто в течение лета вы приходили мне на память. И сегодня, когда я собирался в театр, мне казалось, что я вас увижу». И она засмеялась. «Но сегодня у вас вялый вид», — повторила она. «Это вас старит». На другой день я завтракал у Лугановичей. После завтрака они поехали к себе на дачу, чтобы там распорядиться насчет зимы, и я с ними. С ними же вернулся в город и в полночь пил у них чай в тихой семейной обстановке, когда горел камин, и молодая мать все выходила взглянуть, спит ли ее девочка. И после этого в каждый свой приезд я непременно бывал у Лугановича. Ко мне привыкли, я привык. Обыкновенно входил я, как свой человек, без доклада. «Кто там?» – слышался из дальних комнат протяжный голос, который казался мне таким прекрасным. «Это Павел Константинович», – отвечала горничная или няня. Анна Алексеевна выходила ко мне с озабоченным лицом и всякий раз спрашивала: «Почему вас так долго не было? Случилось что-нибудь?» Ее взгляд, ее изящная, благородная рука, которую она подавала мне, ее домашнее платье, прическа, голос, шаги, всякий раз производили на меня все то же впечатление чего-то нового, необыкновенного в моей жизни и важного. Мы подолгу беседовали и молчали подолгу, думая каждый о своем. Или она играла мне на рояле. Если же никого не было дома, то я оставался и ждал. Разговаривал с няней, играл с ребенком или лежал в кабинете на турецком диване и читал газету. Когда же Анна Алексеевна возвращалась, я встречал ее в передней, брал у нее все ее покупки, и почему-то всякий раз эти покупки я нес с такой любовью, с таким торжеством, точно мальчик. Есть пословица: не было у бабы хлопот, так купила порося. Не было у Лугановича хлопот, так подружились они со мной. Если я почему-либо долго не приезжал в город, то значит, я был болен или что-нибудь случилось со мной. И оба они сильно беспокоились. Они беспокоились, что я, образованный человек, знающий языки, вместо того, чтобы заниматься наукой или литературным трудом, живу в деревне. Верчусь, как белка в колесе, много работаю, но всегда без гроша. Им казалось, что я страдаю. И если я говорю, смеюсь, ем, то только для того, чтобы скрыть свои страдания. И даже в веселые минуты, когда мне было хорошо, я чувствовал на себе их пытливые взгляды. Они были особенно трогательны тогда, когда мне действительно приходилось тяжело. Когда меня приснял какой-нибудь кредитор, или не хватало денег для срочного платежа. Оба, муж и жена, шептались у окна. Потом он подходил ко мне и с серьезным лицом говорил: «Если вы, Павел Константинович, в настоящее время нуждаетесь в деньгах, то я и моя жена просим вас не стесняться и взять у нас». И уши краснели у него от волнения. А то случалось, что так же пошептавшись у окна, он подходил ко мне с красными ушами и говорил: «Я и жена убедительно просим вас принять от нас вот этот подарок». И подавал запонки, портсигар или лампу. И я за это
присылал им из деревни битую птицу, масло и цветы. Кстати сказать, оба они были состоятельные люди. В первое время я довольно часто брал взаймы и не очень был разборчив. Брал где только возможно. Но никакие силы не заставили бы меня взять у Лугановича. Нет. Да что говорить об этом? Я был несчастлив. И в поле, и дома, и в сарае я думал о ней. Я старался понять тайну молодой, красивой, умной женщины, которая выходит замуж за неинтересного человека, почти за старика, мужу было больше 40 лет, имеет от него детей. И я все старался понять, почему она встретилась именно ему, а не мне. И зачем это было нужно, чтобы в нашей жизни произошла такая ужасная ошибка. Приезжая в город, я всякий раз по ее глазам видел, что она ждала меня. И она сама признавалась мне, что еще с утра у нее было какое-то особенное чувство. Она угадывала, что я приеду. Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею. Мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили, где так верили мне. Честно ли это? Она бы пошла за мной, но куда? Куда я мог увести ее? Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь, если бы, например, я боролся за освобождение Родины и был знаменитым ученым, артистом, художником, а то ведь из одной обычной будничной обстановки ее пришлось бы влечь в другую такую же, может быть, еще более будничную. И как бы долго продолжалось наше счастье. Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти, или просто если бы мы разлюбили друг друга? И она, по-видимому, рассуждала подобным же образом. Она думала о муже, о детях, о своей матери, которая любила ее мужа как сына. Если бы она отдалась своему чувству, то пришлось бы лгать или говорить правду. А в ее положении то и другое было бы одинаково страшно и неудобно. И ее мучил вопрос, принесет ли мне счастье ее любовь? Не осложнит ли она моей жизни и без того тяжелой, полной всяких несчастий? Ей казалось, что она уже недостаточно молода для меня, недостаточно трудолюбива и энергична, чтобы начать новую жизнь. И она часто говорила с мужем о том, что мне нужно жениться на умной, достойной девушке, которая была бы хорошей хозяйкой, помощницей, и тотчас же добавляла, что во всем городе едва ли найдется такая девушка. Между тем годы шли. У Анны Алексеевны было уже двое детей. Когда я приходил к Лугановичам, прислуга улыбалась приветливо. Дети кричали, пришел дядя Павел Константинович, и вешались мне на шею. Все радовались. Не понимали, что делается у меня в душе, и думали, что я тоже радуюсь. Они все видели во мне благородное существо. И взрослые дети чувствовали, что по комнате ходит благородное существо. И это вносило в их отношение ко мне какой-то особую прелесть. Я и Анна Алексеевна ходили вместе в театр. Мы сидели в креслах рядом, плечи наши касались.
Я молча брал у нее из рук бинокль и в это время чувствовал, что она близка мне, что она моя, что мы не можем друг без друга. И по какому-то печальному недоразумению, выйдя из театра, мы всякий раз прощались и расходились, как чужие. В городе уже говорили о нас бог знает что, но из всего, что говорили, не было ни одного слова правды. В последние годы Анна Алексеевна стала все чаще уезжать, то к матери, то к сестре. У нее уже бывало дурное настроение. Являлось сознание неудовлетворенной, испорченной жизни, когда не хотелось видеть ни мужа, ни детей. Она уже лечилась от расстройства нервов. Мы молчали, и все молчали, а при посторонних она испытывала какое-то странное раздражение против меня. О чем бы я ни говорил, она не соглашалась со мной. И если я спорил, то она принимала сторону моего противника. Если я ронял что-нибудь, она говорила холодно: «Поздравляю вас». Если же, идя с ней в театр, я забывал взять бинокль, то она потом говорила: «Я так и знала, что вы забудете». К счастью или к несчастью, в нашей жизни не бывает ничего, что не кончалось бы, рано или поздно. Наступило время разлуки, так как Лугановича назначили председателем в одной из западных губерний. Нужно было продавать мебель, лошадей, дачу. Когда ездили на дачу и потом возвращались и оглядывались, чтобы в последний раз взглянуть на сад, на зеленую крышу, то было всем грустно. И я понимал, что пришла пора прощаться не с одной только дачей. Было решено, что в конце августа мы проводим Анну Алексеевну в Крым, куда посылали ее доктора, а немного погодя, уедет Луганович с детьми в свою западную губернию. Мы провожали Анну Алексеевну большой толпой. Когда она уже простилась с мужем и с детьми, и до третьего звонка оставалось одно мгновение, я вбежал к ней в купе, чтобы положить на полку одну из ее корзинок, которую она едва не забыла. И надо было проститься. Когда тут, в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих. Я обнял ее. Она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз. Целуя ее лицо, плечи, руки мокрые от слез. О, как мы были с ней несчастны! Я признался ей в своей любви и со жгучей болью в сердце понял, как ненужно, мелко, как обманчиво было все то, что нам мешало любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе. Я поцеловал в последний раз, пожал руку, и мы простились навсегда. Поезд уже шел. Я сел в соседнем купе, оно было пусто. И до первой станции все сидел тут и плакал. Потом пошел к себе в Софьино пешком. Пока Алехин рассказывал, дождь перестал и выглянуло солнце. Буркин и Иван Иванович вышли на балкон.
Отсюда был прекрасный вид на сад и на плёс, который теперь под солнцем блестел, как зеркало. Они любовались и в то же время жалели, что этот человек с добрыми, умными глазами, который с таким чистосердечием рассказывал им, в самом деле вертится здесь, в этом громадном имении, как белка в колесе, а не занимается наукой или чем-нибудь другим, что делало бы его жизнь более приятной. И оба думали, какое должно быть скорбное лицо было у молодой дамы, когда он прощался с ней в купе и целовал ей лицо и плечи. Оба они встречали ее в городе, а Буркин был даже знаком с ней и находил ее красивой.